по предварительной договоренности, на наш взгляд, сотрудничество предприятий российских с белорусскими коллегами принесет значительную пользу. Конечно же, это вопросы, связанные с машиностроением. БелАЗ с двигателем, российским уральским двигателем, прошел испытание. Он сегодня уже уехал на карьер работать, и мы дальше планируем расширять наше сотрудничество. Конечно же, это вопрос, связанный с коммунальной техникой, нас интересует, и мы в этом смысле двигаемся. Мы по-прежнему 60% техники для агропромышленного комплекса покупаем здесь, в Беларуси, и мы постоянно работаем над расширением линейки. Мы привезли сюда серьезных специалистов в области IT-технологий, одна из крупнейших в России компаний, штаб-квартира, которая находится у нас в Екатеринбурге, СКБ «Контур». Это цифровое программное обеспечение. Мы привезли сюда специалистов наших для того, чтобы совместными усилиями выводить наши экономики на цифровую платформу. Огромное количество предложений. Как вы знаете, Екатеринбург будет принимать в 2023 году универсиаду летнюю. Значит, мы привезли сюда серьезный строительный блок для того, чтобы в том числе и перенять вопросы положительного опыта проведения крупнейших мероприятий.